приветствую всех любителей видеоигр и электронных развлечений. Я Добрый Кот Нептунчик, это рубрика «Первый взгляд». Сегодня у нас на обозрении игрушечка «Субъект 13», которая буквально на днях релизнулась в Steam, и мы ее будем сейчас пробовать на вкус. Это такой хардкорный квест, я квесты очень сильно люблю, и вам советую в них тоже поиграть, поразвивать мышление. Итак, давайте начнем. Новые приключения. Поехали. Насколько я знаю, к созданию этой игры приложил руку. Да что там приложил? Разработал ее человек, который был ответственный за создание игры Flashback. Кто играл в такую игрушечку на Sega, должен понять, о чем идет речь. Также он приложил руку к созданию игры Another World. Тоже были в свое время такие хитовые квесты. Так, мы смотрим начальную заставку. Это, видимо, наш главный герой. По сюжету мы потеряли нашу любимую жену. Ее убили грабители. После чего мы стали жить как отшельник. И вот в один момент мы внезапно просыпаемся в каком-то комплексе. Да, вот. Я слышу только загадочный голос, который почему-то называет меня субъектом 13. Задает странные вопросы, как я себя чувствую и так далее. Пока ничего не понятно, но думаю, по сюжету в дальнейшем мы сможем найти ответы на все наши вопросы. Так, ну, вариант ответов в лучших традициях олдскульных квестов, да? Не очень я себя чувствую. Я что, умер? Нет. Но я, ну, в общем, какое-то приключение совершу или должен совершить. Я думаю, мы не будем заморачиваться с переводом, потому что я не ручаюсь за его правильность. Да и к тому же это будет занимать время. Будем, так сказать, в общих чертах разбираться в происходящем. Здесь можно соврать или ответить правду. Ну, давайте правду. Я вот рассказываю, видимо, свой сон, где я прыгнул в реку. Это как раз то, что мы видели в начальной заставке. Да, вот тут я недоволен, почему столько вопросов про меня. Так, следовать инструкциям. Окей, наконец-то нам дали управление. Если зажать правую кнопку мыши, то мы можем поворачивать головой и смотреть в разные стороны. А левая кнопка мыши, видимо, для взаимодействия. Так, давайте посмотрим, вот какой-то экранчик есть. Ага. Изучить. Не работает. Кнопочка заблокирована, да? Ладненько, так. Совершенно очевидно, нам нужно как-то отсюда выбраться, да? Потому что у нас вот есть... Что это? Какая-то вот защита, знаете, как на американских горках такую штучку вешают, чтобы ты не сбежал с кресла раньше времени. Так, нам нужно выбраться. Так, это что у нас? Угу. Бинго? Ага. То есть нам нужно как-то... узнать код от этой панельки. Так, давай. Ага. Так, где же нам взять код? Так, мониторчик вроде бы включился, да? Давайте посмотрим. Ага. Мы можем ввести либо 0399, либо 1912, да? Давайте попробуем. 0399. А возможно, это выбор внешности главного героя? Так, сработало. Отлично. Всегда, когда ты что-то делаешь правильно, в душе такая маленькая радость. Чувствуешь себя Эйнштейном, что ли? Так вот, этот голос очень рад за меня и говорит, что за мои заслуги мы можем стать прекрасной командой.
А что, если не хочу быть в твоей команде, я тебе не доверяю? Придет время, и ты научишься мне доверять. Субъект 13. Понятно, в общем, я... А, Франклин, да, вот тут он мне говорит. Мы говорим ему, что хватит нас называть субъект 13, у нас есть имя, и наше имя это Франклин, да? Вот, мы можем управлять, значит, довольно приятная графика. Угу. Так. Вот я что-то вижу, давайте посмотрим, что это такое. Можно подобрать. Я получил новое сообщение, да? Угу. Понятненько. Так. Какая-то панель управления. Так, еще какое-то, видимо, сообщение. Ну да, как вы можете наблюдать и читать в этой игрушечке, нам придется довольно много. Я подожду лучше русскую локализацию и потом поиграю уже, так сказать, на полную катушку. Так, давайте посмотрим, что у нас лежит здесь. Наша задача сейчас просто оценить игрушечку, посмотреть, что она себя представляет. И, возможно, отложить в долгий ящик, чтобы не забыть и поиграть уже, когда выйдет, ну, как я уже выше сказал, раньше сказал, локализация, да, так, у нас есть какое-то письмецо, так, давайте посмотрим. Угу. Бинго! Мы нашли какой-то листик бумажки в конверте. Здесь снизу, значит, в левом нижнем углу у нас инвентарь отображается, то есть мы можем его открыть. И каждый предмет здесь можно... Ага, да, вот можно поворачивать на правую кнопку мышки. Да, смотрите, есть ключик. То есть мало нам предмет найти, нам нужно еще найденные предметы вот так вот изучать, вертеть. Давайте возьмем ключик. Отлично. Так, окей. Мониторы. Так, можно ли спуститься вот сюда или нет? Нет, видимо, нельзя. Так, давайте. Я вижу вот какую-то дверь. Давайте посмотрим. Дверь закрыта. Но я почему-то не удивлен, да? А, вот какая-то панелька есть. Ну, совершенно очевидно. Давайте ставим ключик. Так. Иди, родименький, тебе там самое место. Повернем. Good. You're doing very well. The faith I have placed in you is finally going to pay off. У меня складывается такое ощущение, знаете, что этот голос как будто надо мной наблюдает, как вот как профессор наблюдает за подопытным кроликом или лабораторной мышью, мы как будто в чем-то эксперименте, да? И он радуется, когда мы делаем успехи, и, видимо, будет язвить, когда мы где-нибудь будем застревать. Так. Так, все понятно, так, так. Он предлагает нам пройти какое-то испытание. Угу. Так, здесь нам, наверное, нужно в какой-то правильной последовательности активировать вот эти вот огоньки, да? Так. Нет. 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 Так, окей. Ага. Нет. Так. Нет. О, бинго! Очень впечатляет.
кто бы сомневался-то? Столько Нептунчик прошел квестов в прошлом, что это все сущие пустяки. У нас загрузочка идет. Ну, то есть игра, наверное, будет состоять вот из таких головоломок. Они не совсем очевидные. То есть это не банальный сбор предметов. Окей. У него для меня две новости, да? Хорошая и плохая. Так. Давайте с хорошей начнем. Так, да, вот я заключенный в каком-то комплексе, но этот комплекс очень хорошо охраняем. То есть мы здесь, по сути, в безопасности, да? Ну вот он говорит, что... В общем, наша задача — выбраться отсюда. И нужно проявить внимательность и смекалку. Искать разные полезные предметы. Ну, в общем, по сути, он сказал, чтобы пройти игру, нужно не глупить и разгадывать все эти загадки, да? Так, что это у нас здесь? Давайте посмотрим. Так, что это такое? Это, видимо, какой-то замочек, да? Так, что мы сделали? А, коробка там была спрятана. Ага. Красная подозрительная кнопка. Стоит ли ее нажать? Ну, надеюсь, я не запущу процесс самоуничтожения. Так, здесь у нас вентиль есть. Отлично. Так, мы нашли вентиль и сообщение, да? Окей. Ну, довольно нетрудно было, в принципе, решить этот, так сказать, пазл. Я вот там какую-то коробку вижу. Давайте посмотрим. Угу. Открывайся. Итак, дорогие друзья, здесь уже пазл посложнее, да? Ага. То есть, совершенно очевидно, да, нужно выстроить в ряд каждый из этих, ну что это, иероглифы, да? Какие-то значки. Нужно выстроить в ряд, чтобы было по три значка. Угу. Так. Ну, это, наверное, сделать будет не так-то просто. Здесь нужно подумать. У некоторых людей, знаете, все это получается сделать как-то спонтанно, что ли, рандомно. Я видел прохождение некоторых игрушек, где были вот подобные квесты. Так вот, люди там все делали наугад буквально. Опа-опа-опа, и что-то у них получалось, да? Может быть, получится так и у нас? Это было бы неплохо. Ага. Твою мать! Ты! Иди-ка давай вот в эту свободную ячейку. И как теперь тебя отсюда вытаскивать, а? Так, окей. Окей, значит, как-то нам нужно ее вытащить отсюда. Так, 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 отлично. Смотрите, мы делаем успехи. О, вуаля, бинго. Так, угу. Угу, так, что у нас лежит здесь? Какой-то рычаг мы нашли. Давайте посмотрим. Смотрите, его можно как-то изменять, его конструкцию, да? Ну, ладненько. Пока не будем здесь забивать себе мозги. Давайте пойдем дальше. Вот опять же какая-то панелька.
и подозрительная красная лампочка. Так, окей. Здесь ничего нельзя активировать, значит, давайте заглянем вот сюда. Я уже вижу здесь какое-то квадратное углубление, да? Что-то нужно сюда вставить. Но что? Ну, явно не вентиль, да? И не рычаг. Ладненько. Видимо, необходимого предмета у нас пока нет. Но здесь есть еще вот две двери. Давайте поизучаем это все. Так, открывайся. Ага. Так, что у нас здесь? Какой-то шкаф подозрительный. Что там внутри? Как тебе открыть, братюшка? А, вентиль, да? У нас же вентиль есть. Отлично. И очередная загадочка, да? Угу. Если обратить внимание, здесь вот на этих стенках есть маркировка, да, разноцветная. Давайте попробуем в соответствии с этой маркировкой расставить эти дощечки. Так, ага. Так. О, отлично. Тоже было несложно. Какую-то мы нашли большую увесистую книжку. Так, что у нас здесь? Книга сотни. Или сотая книга. Так, у нас здесь очередной какой-то механизм, замочек. Ну ладно. Это уже будет пожестче. А кода мы не знаем, да? Конечно, можно попробовать рандомно, методом подбора, сделать. Но, наверное, мы не будем тратить на это время. Это может затянуться, так? И у нас есть последняя, значит. Вот она, последняя дверь здесь. Так, ну сюда я никак не могу пройти. Ага, поехали. Так. А если рычаг? Нет? Почему? Да, может быть, эта коробка откроет дверь. То есть здесь как бы есть такие подсказки. Наверное, подсказки это. Можно поставить игру на паузу. Продолжить. Ага. А здесь у нас собраны, значит, все наши текстовые и аудиосообщения. Понятненько. Замечательно. Если обратить внимание, то вот здесь, снизу, отсутствуют болтики, а сверху болтики есть. Может быть, мне, чтобы как-то открыть эту коробочку, нужно найти отвертку и открутить эти болтики? Почему ты не работаешь? Вот, кстати, вот эти вот наконечники, да, у этого рычага больше крутить нельзя. Ладненько. И что теперь делать? Ага. Обратите внимание, видите, вот у этой конструкции, которая вот по центру расположена, снизу есть красненьким таким шрифтом написан какой-то код. Возможно, это код, который поможет мне открыть книжку, да? Так, можно камеру немножко вниз сделать. Так, значит, там у нас нечто напоминающее восьмерку, потом... Даже не знаю, на что это похоже. Ладненько, давайте попробуем. Есть у нас такое здесь.
Ну вот, как раз оно и у нас активно, да? То есть сначала мы используем... А что у нас здесь? А, вот это как раз этот значочек, да? Значит, здесь раз, потом два. Так, давайте еще раз посмотрим. То есть, да. Стоило мне, наверное, взять ручку и карандаш и попробовать это записать, потому что запомнить такие знаки вот так вот спонтанно и не всегда получается. Значит, ну, видите, здесь есть как бы преграда между двумя вот этими очередями знаков. То есть это, видимо, комбинация на одном из замков, это на другом. Так, 8ВЗ, да? 8ВЗ и антенка, и что-то непонятное. Так, ладненько. Давайте попробуем. 8ВЗ и антенка, и... буковка У, немножко похоже. 8Б антенка, так, поехали. Давайте сначала просто посмотрим, какие здесь есть варианты. Ничего похожего на антенку здесь нет. Так, это что? Если мы найдем правильный код, это поможет открыть книгу. Ну, логично все. Так, там была антенка, да, и буковка У. Допустим, здесь вот этот знак, а потом... А потом я хрен его знает, да? Вот такие дела, дорогие друзья. К сожалению, загадку с книгой я решить не смог. Я перебрал уже несколько десятков разных комбинаций, но не судьба. Я понял, что ключевым элементом здесь являются вот эти вот знаки, написанные красным шрифтом на этой конструкции, да? Вот только в каком порядке эти знаки вводить в замках книжки, на какой конкретно замок, я не знаю. Причем некоторые знаки, они изменены, и их там прямо-таки не узнать. Например, вот этот вот символ типа Z, да, или вот символ самый верхний после этой антенки, я их там не нашел. Может быть, я делаю что-то не так, может быть, я не очень внимательный, но в любом случае, спасибо за внимание, вот такая вот игрушечка, это был первый взгляд. Игрушечка мне понравилась, естественно, я буду ждать локализации, чтобы уже полностью окунуться в хитросплетение сюжета данного квеста. Если вам игра понравилась, ставьте лайк, подписывайтесь на каналчик и следите за новыми игрушечками. Ссылочку на игру в Steam, естественно, я опубликую. Так что посмотрите, приценитесь и приобретите данный проект, если захотите. Итак, всем пока и до новых встреч, дорогие друзья.